Во-первых, родственники Бишимбаева никаких денег никому не давали. К Бишимбаевым, к родителям Бишимбаева обратилась некая женщина. Она настойчиво просила встречи, приходила домой с ребенком, звонила по телефону. Лично мне несколько раз звонила, просила встретиться. Говорила, что у нее есть хорошие новости в отношении Бишимбаева, и она может помочь. А что я ей сказала? Отрицательно, что я с ней встречаться не буду, и мне не интересно, что она хочет мне предоставить. На что она просто наглым образом начала преследовать родителей, и родители, соответственно, обратились в коррупционную службу с заявлением, что некая женщина пытается таким образом, мошенническим образом заработать какие-то денежные средства. Родители Бишимбаева никаких денег ей не давали. Соответственно, по заявлению родителей Бишимбаева было зарегистрировано ИРДР и органом, ведущее досудебное расследование, инициировано предоставление деньги в виде муляжа, и данный человек был задержан по личному. В настоящее время ведется досудебное расследование. Обстоятельства дела я сейчас разглашать не могу.